Сегодня мы будем с вами погружаться в настоящий момент, в его глубину. Все внимание направлено внутрь тела. И мы будем наблюдать за тем, как становимся внутренне тише. Очень хочется убрать распространенный шаблон, который есть у людей касательно практики и тишины. Задача именно, когда мы наблюдаем, как становимся внутренне тише, просто наблюдать, как оно происходит само. При этом мы можем становиться громче. И даже пространство вокруг может становиться громче. Наша задача — просто наблюдать более сфокусированно внутри себя. Но также важно раскрывать в себе чувственный аспект для того, чтобы соединиться с этой жизнью именно на уровне души, потому что наши чувства, они намного ближе к душе. Вообще, все, что мы будем делать, связано с тем, как пропускать беспрепятственно еще больше энергии жизни через нас. Вот эта энергия жизни, когда она циркулирует, мы чувствуем себя счастливыми. И, по сути, вот вся практика, которую мы будем делать, она для того, чтобы вы сделали еще один шаг к своему счастью, к этому гармоничному состоянию. Я тебя благодарю. Я тебя благодарю.